Ну-ка мочи всемирную сеть, ну-ка мочи всемирную сеть, ну-ка мочи всемирную сеть, чтоб ни себе, ни людям. Если прогресс душить нельзя, если свободу душить нельзя, ладно, не будем, раз нельзя, мы просто все отрубим. Вот интернет, странный предмет, только что был, и вот его нет. И если на Google управы нет, мы Google оштрафуем. Google мы выпишем миллион, Facebook выкатим миллиард, телегу нагнем на сексиллиард. Мы от нулей кайфуем. Роскомнадзор на все гораст. Банит он Telegram как раз, банил его уже 1000 раз. И каждый раз успешно. А суверенный интернет очень простой, как табурет. Ссылку нажал и все, привет. Ссылку топай навечно. Нам без Китая никак нельзя. Там, слава богу, есть друзья. Сделаем спутников до хуя, чтоб запустить скорее. Лет через 10 у нас в обед будет китайский интернет. Или вообще прекрасный нет, как в правильной Корее. Лайки, репосты, экстремизм. Трекеры — это просто садизм. А порнохаб — сплошной анонизм. На то есть экспертиза. Хочешь немного поумнеть, только Чискова надо смотреть. А хочешь порнушку поглядеть, вруби свой телевизор. Ну-ка, кончай смотреть Ютуб, ну-ка, кончай читать Фейсбук, ну-ка, захлопни свой Инстаграм и кыш вообще отсюда. Будешь читать Роскомнадзор, будешь смотреть Роскомобзор, будешь стучать в Роскомпозор, будет Роском повсюду. Подписывайтесь на наш канал. Делитесь этим видео. Только тихонько, чтобы Димона не разбудить.